Всем привет! В этой серии я начал строить первое здание своей фабрики. И у меня уже построились пару зданий моей деревни, моего поселения. Таунхолл, то есть ратуша, домик строителя, два жилых дома. И вот тут строится сейчас третий, строитель строит третий. И таверна. В таверне вот буквально только-только достроили ее. Тут, я не знаю, вроде как еды нету. Куда-нибудь складывать, я не очень понимаю, куда складывать вещи тут. Может быть, на втором этаже какая-нибудь есть полка. Ага, 4 кровати есть, замечательно, у них есть жилье. И даже появились дети. Это было неожиданно. Чьи дети хоть? Не, не знаете? Ну ладно. Домики они простые. Ничего нету, кроме кровати и какой-то полочки. Ты сожрал... Что ж ты сожрал-то? Как посмотреть? Наверное, ты сожрал какую-нибудь ягоду плохую. А может, хорошую. Ладно, домик у меня достроят. Я пока не знаю, что я буду дальше строить. Вообще есть в гайде на официальном сайте по Mine Colonies. Там есть начальный порядок зданий, который стоит построить. Но... Так, вход у меня там. Но я буду потом смотреть, что построить дальше. Сейчас я решил сделать дом... Здание для фабрики, где у меня будут всякие ресурсы создаваться. В моде, в котором я играю, есть чанк-лоудер всего на один чанк. Это называется, по-моему, Quarry Plus. Я решил, что будет вот в этом чанке. Я построил пол. И так как я не хочу квадратное здание, я решил его немножко сделать по-другому. То есть есть очень простой способ строить красивые здания, не квадратные, не которые выглядят как куб. Для начала мы строим ту внутреннюю часть, которая у нас будет основной. Потом мы для внешней стены отступаем пару блоков и строим стену, тоже квадратную. Потом на двух углах, можно на трех, мы либо продлеваем стену с одной стороны, и получается такая дополнительная часть. Либо, как здесь, мы добавляем такой квадрат, который частично пересекается с этим. И дальше мы некоторые углы закругляем. То есть мы просто вместо квадрата... Да, делаем такой скошенный угол. И уже здание выглядит намного-намного лучше. И намного симпатичнее. У нас есть в этой сборке два мода. Первый — это пчелы. Много пчел разных. А второй — это Mystical Agriculture. То есть растения, которые можно выращивать. И эти растения отлично выращиваются... в Garden Clash'е из Immersive Engineering. Поэтому их все можно поставить внутри, например, на первом этаже, либо под землей, либо на втором этаже, я еще пока не придумал. Но они все будут здесь. А пчелы у меня будут где-то на улице, возможно, вдоль зданий. Я еще подумаю, как лучше это сделать. Но вот в основном ресурсы будут собираться и перерабатываться внутри этого здания. Подвал. Я сделал подвал и внутри поставил реактор. Он сейчас остановлен, потому что энергия не тратится. И туда закинул буквально пару слитков урана. Он делается очень просто. Куб 3×3, состоящий из реактор кейсинга. Спереди у нас реактор терминал. По бокам access port, сзади power tap, снизу нам нужно поставить redstone port, а в середине у нас rod, а сверху control rod. И все остальные блоки — это реактор кейсинг. И если надо включить, я могу включить, температура поднимается, он не взрывается и выдает энергию, тратя уран.
и превращаю его в энергию. Потом, разумеется, я проводами проведу отсюда вверх на свой первый этаж, где у меня будут всякие устройства. Я использую pipes, и для этого, для их использования нужен гаечный ключ, который крафтится очень просто, два кремния и две палки. И с помощью него я могу... Вот не могу. Ладно, сейчас сломаем, заново поставим. С помощью него я могу настраивать трубы, чтобы они работали на выход. То есть он труба здесь забирает и кладет. А с этой стороны труба будет забирать отработанное топливо и класть в этот сундук. И, в принципе, мне сюда только закидывать уран. И на этом все. Строители умеют пользоваться каменными инструментами, но не умеют пользоваться зачарованными каменными инструментами. Поэтому им приходится выдавать... Ну, то есть вот эти я пытался ему впихнуть, но он отказался. Поэтому придется использовать что-то более другое. Вот это что такое вообще? Вот там вот куда-то кто-то уплыл, он там умер. Он хочет там умереть. Что он там делает? Ребенок потерялся, замечательно. Но я думаю, его съедят когда-нибудь. Потому что вряд ли он вернется уже. Тут такой склон. Я хочу все это снести и сделать вот тут вот такой спуск в воде небольшой. Потому что мне нравится, как тут два озера сделаны. Они довольно симпатичные. Еще я сделал себе список вещей, которые нужно для следующей постройки. То есть мы берем этот скролл, присесть и клик правой кнопкой на домике строителя. И теперь мы можем увидеть, что нам нужно. Нам нужен коблстоун, две двери, кровать. Вот, мы можем просто подойти и это все взять. Еще можно было бы видеть, что именно надо. Ну, давайте положим из того, что я помню. Все, сейчас закинем сюда. Тут же есть место. Заберем заодно весь хлам, потому что весь хлам он складывает сюда. Все не нужно. Вот это все как раз сюда закинем. И лист сразу обновился, и он показывает 10 фенсов и 39 лога. Кстати, как вы видите, там сверху я начал убирать немножко шерсти, потому что для... Сверху я начал убирать шерсть, потому что для таверны нужно 4 кровати. А бегать искать овецик мне было лень. И тут обнаружилось, что есть золотой блок и бочка с кучей разных саженцев и семян, что вполне круто. И также сверху тут у нас есть колокол, есть железные решетки, там блок, я могу показать сейчас. Блок сена, но самое интересное, там есть улей. Как бы теперь мне это все заделать? Вот это животное, ко мне зашел торговец прямо вот сюда вот. У меня была дверь открыта, он сюда зашел, прямо внутрь, с двумя ламами. И потом потерял свои поводки. Вот мои поводки его, он их потерял. И две ламы стали моими. Правда, одна куда-то уже делась, но зато вторая теперь живет со мной. Я продолжу потом строить здание вниз и вверх стены. И покажу, как можно сделать его красивым, используя всего несколько цветов.